Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, на связи ВАО, и это сервер ХЗ. Сегодня я бы хотел рассказать о субботнем западном прайме, который был интересен в плане PvP и PvE сторон. Дело в том, что на ивент Окабури начал собираться народ. Западники все были в предвкушении контента, однако к назначенному времени никто из советников не стал собирать рейд. Просто не оказалось никого в сети в этот момент. Что ж, эту проблему мы решили самостоятельно, ведь у нас есть свой РЛ, пусть и не советник, однако весьма грамотен в морском деле, в связи с чем прогульщик, лидер гильдии Таймаут, открыл сбор на ивент, и западники наконец-то залились в рейд. Конечно, без привычных РЛ, я имею в виду советников, западу многое стало не нравиться, ведь кастовать периодически начали пираты, а также восточники пытались нести свою лепту. Надо отдать должное гильдии Шторм, которая, несмотря на свой обособленный способ жизни на сервере, поддержала идею Запада и уничтожала корабли Востока и пиратов моря, с чем мы им и Западу помогли. В течение часа Окабури не могли закастовать до конца, был конкретный ивейт ивента Западом до прихода автобуса, так называется корабль одного из РЛ советника Запада. В поддержке данного корабля и, конечно же, грамотном распределении игроков по кораблям, Запад начал одерживать победу в море одну за другой, чем мы и заслужили каст Ока, а также Маринит. Да, это не главная цель ивента, но приятная конфета для Запада после затяжных морских баталий под взором Кракен. Таким образом, Запад получил субботний фан и, конечно же, потрясающее настроение от сдачи паков с Маринитов. Ну а на этом все, спасибо большое за внимание, ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал, ну а я с вами прощаюсь, всем удачи и всем пока.